До открытия Олимпиады в Лондоне остается 12 часов. Перед официальным стартом летних игр в Олимпийской деревне уже подняли флаги стран-участниц Олимпиады. Торжественная церемония поднятия государственного флага Грузии прошла под звуки гимна страны. Присутствовали спортсмены Олимпийской сборной Грузии. Они представляют страну в 12 видах спорта. Это борьба, тяжелая и легкая атлетика, плавание, стрельба, теннис, велоспорт и другие. Из 35 грузинских спортсменов олимпийский опыт имеют только 7. Для остальных лондонская Олимпиада станет дебютным выступлением на играх. Под гимн Грузии был поднят наш флаг. Эта церемония была очень волнующая и незабываемая. Мы рады, что приняли участие в этом мероприятии. Наша сборная готова к началу соревнований. У меня осталось несколько дней, чтобы подготовиться к соревнованиям по прыжкам в высоту. Я уверена в своих силах и надеюсь на победу.